С началом новой рабочей недели в Тверской области установилась по-настоящему летняя жаркая погода. Начиная с понедельника, столбики термометров поднимаются до отметок в 30 градусов выше нуля. Как отмечают тверские синоптики, причиной этого стал антициклон, который установился над Уралом. Он принес на территории Верхневолжья южный и юго-восточные ветра, а также температуру, которая на 5-7 градусов выше нормы. По прогнозам специалистов, такая погода продержится в Тверской области как минимум до пятницы. В этот период в отдельных районах региона пройдут кратковременные дожди с грозой. Начиная с 12 июня в Верхневолжье заметно похолодает. Дневные температуры опустятся в среднем до 20 градусов, ночные – до 15. Впрочем, отмечают в Тверском гидрометцентре, в скором времени в регион вновь вернется жара. Похолодание не такое значительное и не такое долгое. С начала следующей недели опять будем готовиться к такой жаркой, солнечной, теплой погоде. Добавим, что в среду 10 июня в Тверской области воздух прогреется до плюс 28 градусов. Ветер будет дуть южный, возможно, кратковременные дожди с грозами.